Приветствую, друзья! Вы на канале Only Top Games, с вами Громбал, и мы продолжаем выживание в Subnautica Below Zero. Это сборочка EA81, еще та версия, которая изначально была создана первым сценаристом игры Томом Юбертом, до того момента, пока игра не начала переделываться. Но, так как там цельной картины нет, собственно, постоянно идет разработка, и мы в ожидании, конечно же, релиза. Кому интересны все новости по самым последним изменениям в Subnautica Below Zero, смотрите на канал, раздел новостей. Все созданы отдельные плейлисты. Ну а я пока что продолжаю наслаждаться первой историей. Здесь уже практически, не практически, а ничего не меняется. Все стабильно и можно насладиться всем контентом до того момента, когда игра полностью переделалась. В прошлой серии мы с вами уже начали исследовать арктические шпили, нашли 2 из 4 фрагмента пурпурной скрижали, увидели баг с сейсмическими ударниками, поняли, что их использовать просто невозможно. И даже более того, это опасно для жизни, друзья, так как они просто наносят повреждения. Поэтому, в принципе, смысла в них нет, потому что весь урон, который приходится на сейсмический ударник, передается нашему персонажу. Вы только посмотрите, какая буря. И видно только экран вот нашего ховербайка. Кстати, друзья, раз мы находимся возле ховербайка, у нас же все прохождения интерактивные, и я просил вас предлагать варианты названия и покраски нашего снежного лиса. Ну, было не так много вариантов, было несколько интересных. Один из интереснейших вариантов предлагал Слава Авалон, архитектор, еще, кажется, несколько ребят, но как бы архитектор для ховербайка, мне кажется, это так. И большинство ребят сошлись на том, что, во-первых, раскраска снежного лиса отличная, вот такую стоит, пожалуй, и оставить. Или предлагали очень похожие варианты, бело-синие, сине-белые, вот как-то такие. И большинство подписчиков, кто предлагал, сошлись на том, что назвать его стоит связанное, я так понимаю, со снежным сталкером. И мне кажется, это будет очень тематично, к игре подходит. Поэтому, друзья, название оставляем стандартным, вот таким классическим, а назовем мы его не полярный лис, а назовем снежный сталкер. Вот так вот. Мне кажется, это будет вообще именно то, что нужно, если бы вместилась последняя буква. Окей, значит, просто назовем сталкер. Благодарю, ребят, Провка 65, Райли Дорн, Storm Play Game и других, но перемещаться в этой версии игры на нем все так же опасно, поскольку ледяной червь реагирует на все его перемещения, сбивает с ног, в общем, как бы это нереально. И когда я делал новости, раздел новостей, друзья, я показывал, что уже в новой истории как раз вот на ховербайке можно и нужно перемещаться быстро. Там происходит нападение ледяного червя, но не так часто и не опасно. Поэтому там уже им можете пользоваться. Ну а здесь мы все по старинке. Кстати, вот только в прошлой серии сказал, что не передается этот баг покраски всего морехода к нашему Крабецкому. И посмотрите, после моего релога в игру просто покрасился. Причем руки его выглядят освещение вот таки более ярко-красным, а тело точно такое, как мореход. Но мне кажется, после отстыковки он придет в норму. Я очень на это надеюсь. Сейчас мы с вами увидим. По крайней мере, интерьер точно. Да, все, пришел в норму. Этот вариант, кстати, тоже предлагали вы. И называется он у нас симбиот. Ну что ж, друзья, я сажусь за нашего Крабецкого и возвращаюсь в арктические шпили. То есть это та территория, которая называется сразу после перехода за мост, скажем, там, где торчат действительно огромные арктические шпили. Это ледниковая долина, но арктические шпили там уже, где обитает ледяной червь. Так, нифигища не видно, и не видно, идем, как говорится, по приборам и памяти. Я не помню, через узкую пещеру, мне кажется, я даже не пройду, поэтому придется идти в обход, чтобы не застрять. В общем, да, как вы видите, видимость очень-очень-очень слабая, я бы сказал. Но нам самое главное, ё-моё, еще и начинается закат. Да, попадем мы туда ночкой. Вернее, правильно, и будет совсем не сладко. Ну да ладно, ничего страшного, в принципе, более-менее я там ориентируюсь, надеюсь, не потерять. Какая же наша цель? Кстати, вот там еще можно было посетить пещерки. Какая, друзья, наша цель? А наша цель найти еще как минимум
Ну а больше нам в принципе не надо, да? Два фрагмента пурпурной или пурпурной скрижали не надо писать в комментариях, лучше почитайте, как правильно пишется, и так правильно, потому что многие пишут, что вот неправильно называешь. Пишется и пурпурная, и пурпурная. Так, снежный сталкер хочет потягаться с нашим Крабецким. Мы ему сейчас дадим понять, что не стоит этого делать. Я не собираюсь его убивать, я просто хочу, чтобы он перестал нападать. Так, этот получается... Планетарный щит все так же и остался. Ну а мы идем это медленно. Я не очень люблю перемещаться на Крабецком именно на такие дальние расстояния, друзья. Потому что это не очень удобно. Но выбора у нас особо, как вы понимаете, нет. Ледяной червь нас просто сожрет. Ну вот мы уже и достигли входа в арктические шпили. Значит, наша цель — найти два фрагмента пурпурной скрижали. Вот именно этим и будем заниматься. Погнали! Вы посмотрите, он таки напал, даже на Крабецком. Вот вам и ответ на те вопросы, которые меня спрашивали, зачем ты до сих пор играешь в старую версию. Ну, во-первых, не в старую, а в первую версию игры. Поскольку я, друзья, начинал сразу игру при выходе в самый ранний доступ, и много контента потом, который появляется, я просто не застал в своих рестартах. И сейчас я просто наслаждаюсь и хочу запомнить, какой бы, собственно, Subnautica Below Zero могла бы быть, если бы разработчики не приняли такое решение полностью ее поменять. Как только мы, в принципе, закончим эту игру, нам осталось создать тело архитектора, да, и, в принципе, все, посмотреть финальные катсцены. Ну, а самых последних, конечно, здесь не имеется, так как игра была бы закончена, если бы они имелись. И тогда уже перейдем на новую историю, но очень хочется, чтобы она как можно больше была закончена. Там уже меняются даже локации. Поэтому, конечно, будем начинать, когда она уже будет близиться к релизу, который, напоминаю, друзья, никто не знает, когда будет. Вы посмотрите, какая вообще нафиг видимость, как мы вообще двигаемся. Так, снежный сталкер еще один. Опа, кстати, заглянем в эту пещерку. Возможно, я так, правда, не уверен, что смогу ли я здесь пройти. Смог. Возможно, здесь имеется... А, точно, имеется. Посмотрите, вот она, получается, еще один. А почему я, кстати, так? Во-первых, нужно попить водички. Во-вторых, давайте оденем налобный фонарик. Вот так он помогает. Посмотрите, эта пещера, мне кажется... О, и тень у нас. Кто-то писал, что тень Робин Гудел не отбрасывает, она вампира. Нет, посмотрите, отбрасывает. Есть тень, мы не вампиры. Вот и интересующий, это уже, насколько я помню, друзья, третий фрагмент пурпурной скрижали. Что же, нам остался всего лишь один, и тогда мы уже сможем создать скрижаль. Мы тогда сможем, получается, войти в хранилище предтеч, получить еще одну часть Алана и, конечно же, набурить... Так, ты будешь на нас нападать? Нет? Набурить очень ценных... ионных кубов. Блин, я просто нифигища не вижу. Там уже идет вход в пещеру. Но, насколько я помню... Так, ну... Ох ты, блин, нападает! Вы посмотрите, таки нападает. Урон наносится, совсем небольшой урон наносится. А раньше, вот, друзья, на крабе он вообще не нападал. По крайней мере, в тех рестартах, когда играл я... Он вообще тупо не нападал. На крабе выходили, не получали урона. Кстати, а у меня получится или нет? Тихо-тихо, нифига себе, ты какой храбрый. Вы посмотрите, какой он храбрый. Пытается на нас нападать. Не буду забуривать, а то любители животных начнут. Ну и что, я убил очередного противника. Ну-ну-ну-ну-ну, блин. Мне бы, друзья, очень хотелось вот туда запрыгнуть. Если бы, ну видите, мы же не под водой. Если бы получилось это сделать, мы бы сократили, вернее, сэкономили уйму времени. Обалдеть, он нападает и наносится урон около 5%. Для Крабецкого, конечно, это вообще ни о чем. Но, по крайней мере, он уже не такой пассивный, как был раньше. Он нападает, реально. Так, короче, брожу по арктическим шпилям. Я знаю, конечно, где еще одни части, но не хочется
О, посмотрите, ну что, давай будем, давай помахаемся, помахаемся. Нет, урон не нанесся. Отлично, так, я попробую забурить. Нет, 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 нет. И что происходит, вы посмотрите, мы умерли. Друзья, оказывается, на ледяного червя нельзя было вот так в наглую. Вот это да. Вот это пободались и нет. Мы, друзья, просто посмотрите, словили баг. Баг, да, это как в первой части игры, в первой оригинальной Subnautica, прохождение которой тоже есть на канале, кстати, с русской озвучкой от студии Game Voice. Кому интересно, переходите, смотрите в отдельном плейлисте. Там мы проваливались на глубину 8 километров, да, можно было провалиться. Что же, я сейчас засеку, насколько в Subnautica Below Zero можно провалиться, поскольку я такой вот баг словил вообще в первый раз. Смотрите, идет расстояние, глубина, мы не замерзаем, у нас показатели никакие не уходят. Ну, будем ждать, до скольки максимально мы сможем провалиться. Начинаем отсчет. Мы приближаемся к критической отметке. Если я правильно помню, в оригинальной первой сабне это было 8 километров. Нет, мы их проскочили. Или 11 километров, или я что-то путаю. Напомните, пожалуйста, в комментариях, какая максимальная глубина была погружения, вернее, провала в текстуры в первой Subnautica. Ну что ж, засекаю, насколько наш перс будет продолжать здесь падать. Причем ему ничего не мешает, все показатели остаются в норме. Да, уже прошли и вторую отметку в 11 километров, и мне кажется, этот процесс будет бесконечный. Хотя вот мы не просто в какую-то пропасть, да, там какие-то текстуры даже проныривают. Посмотрите, я могу открыть инвентарь, в принципе, но могу даже покрутиться, да, на себя посмотреть, и там что-то таки проскальзывает. Интересно, можно что-то? Да, даже вот так вот могу взять в руки. Прикольно, прикольно все это дело. Правда, вот просто мы погружаемся в пропасть. Не знаю, до скольки стоит проводить этот эксперимент, но подождем немножечко еще. Так глубоко, мне кажется, не забирался даже Кусто. Вы посмотрите, 20 километров, 20 тысяч метров, и наш персонаж продолжает якобы погружаться. На самом деле, я думаю, конечно, таких глубин не имеется в самой игре, а вот счетчик просто работает. Мне уже надоедает ждать, ну чисто ради эксперимента подожду еще. Итак, друзья, мы уже приближаемся к отметке в 30 километров, 30 тысяч метров, и ничего не происходит. Ну, это какой-то бред. Так, я сейчас попытаюсь отключить сигналы, чтобы чисто сделать превьюшечку, да, и скриншотик. Вот так вот мы находимся, это просто жесть. Мне кажется, это вообще нереал. Таких глубин в Subnautica, конечно же, нет. Сейчас еще вот так вот можно отключить интерфейс. Но это все, да, это все просто баг текстур. И мне не остается другого выхода, к сожалению, как восстанавливаться по последнему сохранению. Зато теперь вы точно знаете, что на глубине даже в 31 километр нет абсолютно ничего. Ну, раз на глубине 30 тысяч метров ничего нет, то продолжим исследовать поверхность арктических шпилей. Я вернулся по последней сохраненочке и обследовал ту пещеру, в которой мы с вами, в принципе, нашли еще один кусок фрагмента скрижали. И я подумал, друзья, что, наверное, я припаркую наш крабецкий и оставлю его прямо перед входом в это святилище, поскольку он особо мне здесь и не помогает. Как вы видите, здесь этот ледяной червь атакует даже на крабе, так что толку с крабецкого сейчас просто нет. Поэтому вот там он мне, конечно же, понадобится. Ну а мы по стариночке начнем бегать здесь пешочком. Наша цель — найти как минимум еще один фрагмент. Правильно? Да, фрагмент пурпурной скрижали. Потом это все дело, получается, перегнать в ключ. А еще, раз мы находимся здесь, то почему бы
по крайней мере, не попытаться найти еще и яйца существ, которые здесь есть, о которых я подзабыл, когда мы искали прошлую часть Алана. Вы посмотрите, пешочком бегать, наверное, самый то. Мы для надежности можем взять себе репульсионочку в зубы, и все равно получается старый проверенный способ перемещения пешком работает лучше, чем на каком-либо транспорте. На ховербайке здесь ездить просто нереально, как вы видели. На крабе уже тоже получается ледяной червь, к сожалению, атакует странным образом. Ну и вот пешком все нормально. Все нормально у нас получается пробираться. Так, мне нужно следующее, получается, вот это плато или пещеры в арктических шпилях, и будем пробираться к самой последней локации, попасть в которую, кстати, тоже можно через систему водных пещер, но, правда, в самом конце начинать не очень удобно, скажем так, и ориентироваться я уже привык к этой дорожке, я здесь знаю более-менее ходы, и вот эта пещера, так, здесь нет, к сожалению, ключа. Опа! Но зато я вижу исследовательский пункт. Да, вот, отлично. Так, ну порадуй меня тем. О, отлично, посмотрите, друзья. Так, давайте сразу же ее применим. Аптечку. Я, наверное, никогда не радовался так аптечкам, как сейчас, потому что они у меня полностью закончились, а ледяной червь, как вы видите, жизни здесь просто не дает. Так, батарейка, ну это такое себе, что здесь есть. Давайте почитаем КПК. Анализ ключа. Попытки отремонтировать ключ предтеч закончились неудачно. Рекомендуется провести дополнительный анализ и изготовить новый ключ. Так, в принципе, этим я, собственно, и занимаюсь. А вот и, друзья, последний, насколько я понимаю, фрагмент пурпурной скрижали. Да? И почему у нас не появилось сообщение? Подождите, давайте посмотрим, поищем. Так, 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 так. А вот она, появилась таки. Смотрите, пурпурная скрижаль, древняя инопланетная скрижаль с пурпурным символом. Чудесно. Значит, ионный куб и два алмаза. Ионный куб, насколько я помню, у нас еще один должен иметься в нашем мореходе. То есть мне нужно еще раз вернуться в мореход, еще раз сюда прийти. Это просто жесть. Но я вот думаю, блин, раз мы уже здесь, то почему бы нам не спуститься? Так, а есть где-то безопасный способ спуска? Блин, не хочется разбиться. Я пониже ищу точку. Да, блин, ё-моё. Раз мы уже здесь, друзья, то почему бы, да это высоко, я разобьюсь нафиг, почему бы нам не найти те самые яйца существ, которые 100%, о, не разбился, находятся вот в конце этих арктических шпилей. Плюс, а что, ты даже здесь, вы посмотрите, меня подкидывает просто, да, жестоко. Плюс, давайте, наверное, я поставлю лучше аптечечку на быстрый слот. Так будет безопасней. И попытаемся пробежать. Мне нужно вот туда, в конец. Самый там находится искомая моя цель. Очень красиво, но очень-очень опасно. А вот, вот это в принципе место. Так, давайте пополним запасик грейпфрутиков, пригодятся. Вот та самая пещера, которую вы, возможно, не обнаружили еще, играя в старые версии игры. И трехмерное пространство, координаты, PF1, отладочная панель, камера, волпост. Приходите, пожалуйста. Здесь вы найдете тех самых милых существ. Замену ласки в сабнатике Below Zero. И здесь находятся именно, так, неизвестные существа. Но когда мы вырастем, они станут известны. По превьюшке можно понять, что это именно синие, друзья, трехстворчатые. Кстати, я про золотистых забыл, когда мы с вами находили органы Алана. Нужно будет вернуться и там обязательно найти. Но, так, с температурой тела все нормально. Я хотел здесь еще кое-что посмотреть, да? Я, насколько помню, во-первых, в новых обновленных версиях Subnautica Below Zero здесь уже кладбище ледяных червей, кости и останки. Но тихо-тихо-тихо, не надо за мной, я не надо за мной бежать. Бежим. Все нормально? Нет, он смотрит на нас. Не достанет, не достанет. Посмотрите,
Ё-моё, это его царство. Конечно же, друзья, это его царство. И мы зашли на его территорию. Но вот до чего я, в принципе, бежал. Посмотреть, здесь кладбище ледяных червей не появилось. В этой последней версии первой истории опять. А, он там, мне кажется, он сожрал снежного сталкера. Он же стал теперь жрать снежных сталкеров. И нам демонстрировать это. Вот. Здесь еще один артефакт притеч, который я хотел бы отсканировать. И как вы знаете, за каждые две технологии нам должна сбрасываться посылка с Веспера. Поэтому стоит теперь сканировать заново все технологии притечей. А эта технология, это просто какая-то, ну, теплица. Кстати, ни описания, нифига нет, но технология нам засчитана. 8 из 15. Посылочка приходит потом с опозданием. По крайней мере, последний раз так было на 6 чертежах. Через какое-то время, через одну серию даже сбросилась посылка с Веспера. Не знаю, каким образом она преодолела планетарный щит, но она до нас дошла, и мы получили очень приятный сюрприз в виде устройства возврата и телепортационного модуля. Здесь можно взять снег, и, как видите, предтечи выращивали что, друзья? Дыньки они, дыньки, оказывается, выращивали. Раньше было здесь не разглядеть, но теперь точно видно, что это дыньки. Так, а мне осталось как-то аккуратненько, безопасно, под стеночкой. Я уже нифигища не вижу. Вернуться в наш мореход, друзья. И будем это делать, скорее всего, пешком. Как вы видите, это почему-то самый безопасный способ передвижения. Это неправильно, я считаю. Для чего же вы создавали ховербайк и ховер, снежного лиса? Потому что именно на нем мы должны рассекать, лавировать между появляющимися ледяными червями. Но получается как-то так. Пешком безопаснее, чем на транспорте. Все наоборот. В общем, я возвращаюсь пока что в наш мореход. Мы с вами крафтим. Летает там пурпурную скрижаль, а затем уже будем вскрывать хранилище притеч. Да, путь предстоит не близкий. Друзья, мне так что-то влом бежать пешком. У нас же осталось еще одно устройство возврата. Да, я знаю, что оно потребляет дофига, ну, не энергии, а целый ионный куб. Но, ё-моё, живем один раз. Туда-сюда бегать это так долго. Короче, давайте его используем. А потом уже вернемся к крабу точно пешочком. Ну и вот, наслаждаемся. Такие моменты бывают редко. Эта матрица очень дорогостоящая. Целый ионный куб. Я знаю, что я восполню запасы ионных кубов. Поэтому вот так вот легко, скажем так, трачу последнее телепортационное устройство. Опять слетело, да, получается, слетает. Вот эти штуки после перезахода в игру нас выкинуло, как вы помните, на 30 километров. И она после перезахода в игру снова слетела. Так, ну а здесь нам нужно сделать что? Нам нужно, конечно же, скрафтить пурпурную скрижаль. Ионный куб, видите, как дорого стоит. Ионный куб и два алмаза. Но у меня точно... А, вот. Последний, кстати. Один из последних ионных кубов. Если там что-то не получится, будет печально. Больше запаса у меня нет. Но алмазов куча. Хорошо. Значит, что мы с вами делаем? Мы с вами крафтим пурпурную скрижаль. Вот таким вот образом. И ключ у нас в кармане. Остается снова вернуться в те же места. Ох, и набегаюсь я в этот раз, да? Снова вернемся в те самые места, но уже со скрижалью, которая поможет открыть тот самый хранилище предтеч. Побежали. Сколько раз видел меня уже этот снежный сталкер? Не-не-не, тихо-тихо. И как я ему уже надоел. Каждый раз я через него прохожу, чтобы добраться до мостика. Но в этот раз у нас забрали, конечно же, стазис винтовочку. Я попытаюсь его отпугнуть. А может даже скинуть. Посмотрите, получилось. Получилось скинуть снежного сталкера. Значит, все же хоть какая-то защита у нас в Below Zero есть. Репульсионочка решает эти вопросы. Вот с мелкими существами, даже со средними, я даже сказал существами, она еще справится. Да, против ледяного червя это будет бесполезно, но, тем не менее, хоть какая-то, но шанс, хоть какой-то шанс на выживание у нас будет. Я зайчик, я вовсе не медведь и не Робин Гудал и вообще никто. Я, короче, вроде бы
Вроде бы нашел способ более-менее здесь, друзья, перемещаться. Вот такими в припрыжку бегу. Не скажу, что череп совсем не появляется, он появляется. Но так, как мне показалось, намного меньше шансов его сагрить, потому что по земле мы меньше, скажем так, взаимодействуем. Или это мое все же внутреннее самоуспокоение. Может быть и такое. Ну, в общем, я таки добрался, блин, правда, с другой совсем стороны, но тем не менее... да, вот добрался я до входа, и здесь уже наконец-то ожидает наш Коробецкий. Да, это очень стрёмно, Ледниковая долина была стрёмной, но стало, мне кажется, еще хоррорней и опасней. Фух, все, вот у нас наш красавчик нас ожидает. Как я буду на нем выбираться, я еще не представляю, если честно. Так, давайте вставим эту скрижаль и откроем, наконец, тайное хранилище и святилище предтеч. Обалдеть. Так, дружище, пришло твое время. Добро пожаловать на борт, капитан. Зачем же сюда, друзья, обязательно приходить на Коробецком? Поскольку здесь уже, насколько я помню, есть вот, вот что есть, друзья. Посмотрите, да? Сразу флешбэк с первой оригинальной Сабнатики. Ну, мы, конечно, будем это все дело бурить. Набурим, посмотрим, сколько ионных кубов у нас получится. Вот поэтому-то я и использовал, грубо говоря, телепортационные модули, потому что знал, что смогу заполнить этот запас. К сожалению, запас этот совсем не бесконечен, как было в первой части. Там вы бурите, потом снова идет отладка, снова появляется этот куб, и можно бурить до бесконечности. Здесь же вот такой вот один большой приятный сюрприз, но, к сожалению, сюрприз этот заканчивается. Так, сейчас мы посмотрим, сколько в итоге у нас получилось всего. А ну, присядь, присядь, дружище. Так, открываем хранилище. Ну, довольно достаточно нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 ионных кубов. Хорошенький такой подарок, но это не единственное, что здесь, кстати, есть. Давайте отсканируем эти кристаллы, почитаем, если вообще есть о них что почитать. С неизвестной силой, понятно. Ну и давайте рассмотримся, во-первых, вообще в этом хранилище. Здесь явно изучали эти кристаллы неизвестной силы. Предтечи, посмотрите, 10-й ионный кубик. Просто шикарно мы с вами здесь пополнились. Отлично, можно будет заряжать устройство возврата или, как посоветовали, крафтить новое. Так еще более экономнее и выгоднее получается. Так, ну что, здесь, друзья, не просто так сюда я пришел. Здесь, кроме кристаллов, есть еще кое-что. Во-первых, терминал базы данных. Давайте его почитаем. Блин, а читать-то нечего. Заглушка для исследований предтеч. Ну, здесь будет рассказано, для чего, собственно, они изучали эти кристаллы. Это кристаллы, я так понимаю, и из них, возможно, они и производили те самые ионные кубы, судя по всему. И... самое важное, что находится здесь, вот по этим координатам обязательно показываю, это вот эта незначительная косточка. Это, друзья, не просто какая-то там косточка, это целый компонент архитектора. Ради него, собственно, вам обязательно придется сюда посещать. Нам потребовалось тысячелетие, чтобы выработать оптимальный скелетный аппарат. Зачем выбирать одну форму, когда вы можете принять любую другую? Схожесть – это практично. А ради забавы? Ты говоришь об играх, притворной деятельности? Само собой. Мы их оставили, как только завершили усовершенствование. А как вы развлекаетесь, когда вы не работаете? Мы не делаем таких различий. Но как же музыка, искусство, самовыражение? Мы выше таких чувственных удовольствий. В чем тогда смысл? Каждая форма жизни, которую я встречала, выживала не просто так. Разрабатывая и делясь информацией по сети, мы исследуем мир. Не видеть чужими глазами, но понимать чужие идеи. Ты говоришь о мыслях? Скорее, осознанные когнитивные галлюцинации. Так вы что, любите мечтать? Пожалуй, это ближайшее сравнение. Вот такие вот, оказывается, прекурсоры предтечи, они просто какие-то мечтатели. У них нет музыки, развлечений, искусства, они только мечтают, галлюцинируют, я бы так сказал, и пребывают в какой-то прострации и не знаю в чем. В общем, не такая веселая у них жизнь, намного скучнее, как мне кажется, чем у землян.
Ну а что вы поняли из этого диалога? Пишите, что думаете, конечно же, свое мнение в комментариях. В общем, 10 ионных кубов, скелет архитектора, который у нас имеется, и превьюшка, кажется, этого скелета вообще была, друзья, винтовкой из мода первой Сабнатики, насколько я мог увидеть. Превьюшка, конечно же, не соответствует, но, как вы понимаете, разработка именно этой версии уже не ведется. Хотел я посмотреть, где же они на самом конце. Да, вот он появился, скелет архитектора, и по компонентам, как видите, он точно такой же, как и ткани архитектора. Это значит, что добравшись до базы, нам обязательно нужно создать этот комплект и отложить, чтобы он не потерялся, чтобы у меня точно были эти в загашнике все реагенты. Синтетический скелет, изготовленный из неизвестных инопланетных компонентов. Вот и все его описание. Что же, мою свою миссию мы выполнили. Остается теперь каким-то образом в безопасное, но я не представляю, как это сделать, правда, добраться до нашего симбиота. И если бы я был здесь просто один без скелета, вернее, без скелета краб, да, экзокостюма краб, уже язык заплетается, я бы сделал это, я, друзья, бы использовал еще один, короче, заряд, но уже нет, конечно, можно было бы зарядить ионным кубом и самому вернуться. Но так как я с крабецким, нужно же выручать нашего товарища и попробовать его отсюда вытащить. Как это будет? Сколько еще данных нужно, чтобы мы смогли изготовить этот носитель? Ты нетерпелива. Тебе не нравится мое присутствие? Нет, просто я ценю независимость для нас обоих. Тогда почему ты не запрашивал мой недавний статус? Прости, Алан, как у тебя дела? Дела номинально. А помимо этого? Это все. Ну, вот и пообщались, как говорится. Короче, ладно, друзья, буду пробовать выбираться на Крабецком. Не знаю, получится это у меня или нет, не угробив его и себя. 820 метров совсем не близких и совсем небезопасных. Ха-ха, друзья, мне удалось, ну или почти удалось, ё-моё, уноси ноги, да, я добрался до моста. Мне удалось таким же лайфхаком, я еще и прыгал на Крабецком. Тогда этот червь тоже появлялся, но не так часто. Фух, короче, выбрался я на Крабецком, теперь можно и бочком побыстрее бежать. И осталось только добраться до моего морехода. Здесь уже опасности нет, только снежные сталкеры, они мне особо урона не нанесут. И я просто почувствовал себя в безопасности. Да, это просто Сабна превратилась в какой-то хардкор. Играть опасно, но очень интересно. Не так как-то совсем пресно, как было в самом начале, когда ничего не нужно было бояться. Особенно, когда была пропульсионная пушка. Вернее, тьфу, стазис-винтовочка, я хотел сказать. Возможно, и правильно, что ее убрали. Сейчас просто сложность игры чувствуется, ну, просто вот в каждом шаге. Особенно в этом самом опасном месте. Да, сейчас арктические шпили... Ну, ледниковый бассейн так себе, но арктические шпили — это реально самое опасное место во всей Below Zero. Ну, а я стыкую свой Крабецкий, и можно уже с чистой совестью отправляться назад. Мы сделали уже здесь все необходимое. Вот она, моя красавица, как же я по тебе соскучился, база ты моя родимая. И просто посмотрите, на каких мы показателях еле возвращаемся домой. Голод, жажда, здоровье подпорчено и 7% энергии морехода. Но наша поездка, давайте фары вырубим, я считаю, в целом была успешной. И, друзья, пока я плыл, не возникло текстового диалога, но я смотрел, здесь возник такой диалог, откуда ни возьмись, хотя текстового диалога, собственно, и не было, но я вам попытаюсь его прочитать, и даже еще можно включить, чтобы дело было с озвучкой даже. Так, поехали. Я знаю, что ты задумала. Кто это? Что вы знаете? Этот канал не отслеживается. Я хочу помочь, у меня есть информация. Альтера тебя подозревает, будь осторожна. Откуда эта информация? Что за черт? Короче, появился какой-то аноним с переделанным голосом. Явно что-то он здесь изменил. И говорит, что у него какая-то появилась информация. Альтера нас отслеживает. И чтобы наша Робин была осторожна. Интересно, кто бы это мог быть?
Ну, надеюсь, что впоследствии мы узнаем. Или нет, посмотрим. Так, короче, добрался наконец-то я до нашей базы. И, друзья, чтобы быть спокойным, чтобы полностью ни в чем себе, скажем так, потом не отказывать, мы по традиции, конечно же, сделаем все, что нужно, чтобы создать этот скелет архитектора. Чтобы он у нас был 100%, раз мы его отсканировали, и потом я про него не забыл. А для этого нам понадобится, получается, бензол, пласталевый слиток и полианилин. Так, 2 лития сразу же хватаю, 5 титановых, 1, 2, 3, 4, 5, и это сразу же будет, я 5 взял или нет, а он просто не помещается. Так, где-то эти овощи, фрукты замечательные, куда-нибудь переложи, а титан, блин, да и некуда переложить, собственно. Так, подожди, а где у нас все хранится разное? Вот, засунь сюда батареечки и сразу все поместится. Так, берем титановый и сразу же перегоняем. Таким образом, у нас, друзья, с вами будет 2 из 3 части архитектора. И останется найти всего лишь только одну. Так, бензол, слиток есть, отлично. Остается, получается, бензол и полианилин. Для бензола нужно спор от цветка и ленточник. Ага, здесь соляная кислота. Короче, здесь золото, 3 гриба и соль. Ну, золотишко у нас должно иметься вот так вот. А все остальное у меня хранится в холодильниках, которые, кстати, всем советую использовать. Очень классная штука. Можно, сколько там нужно было отложений соли, я не помню. Можно использовать и как для хранения приготовленных вещей, и просто как шкафчик. Так и остается только соляная кислота. Еще раз напомните рецептик. Ага, 3 глубинных гриба. Все тоже у меня есть в холодильничках. Единственное, что я жалею, да блин, сюда вот такая грейпфрут. Единственное, что я жалею, друзья, 3, 1, 2, 3. Все правильно? Вроде бы все правильно. Что, когда я там был, я забыл про яйцо золотого триглазика, трехстворчатого, да? Поэтому нам обязательно нужно будет вернуться, чтобы захватить это яйцо. И, конечно же, будем выращивать этих всех питомцев. Плюс, кстати, мы с вами не вырастили еще яйцо морской обезьянки. Тоже надо будет сделать. Так, все. Практически, не практически, а все для очередного комплекта. Единственное, я не помню, где я это все слаживал. Наверное, вот сюда. Да, вот сюда я слажу. И, как вы видите, у нас есть уже для 2 компонентов Алана все, чтобы его создать. 2 бензола, 2 полианилина, и даже есть еще лишняя соляная кислота, и 2 пласталевых слитка. Остается последняя часть, которая находится в самом глубоком месте. Ну и, конечно же, все, что мы с вами это дело привезли, вот этих красавчиков, нужно будет обязательно вырастить. Единственное, я не знаю, где же, собственно, нам построить аквариум. Потому что я лично планировал базу на этом закончить. Она уже, скажем так, законченной композиции, не хотелось бы ее как-то портить. Возможно, место какое-то из частей, это да. В общем, предлагайте ваши варианты, где можно построить аквариум или вообще его в отдельном месте построить. Я, конечно же, почитаю и приму решение. Что ж, это была одна из самых опаснейших экскурсии в Subnautica Below Zero, ледяной червь, очень опасное место, эти арктические шпили. Пишите ваши советы, конечно же, в комментариях, я все комментарии читаю и буду вам очень благодарен. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и, конечно же, до скорой встречи в новом видео.